Как делишь, крептишки? С вами снова Эдисон и Жека. И добро пожаловать, как вы просили, в новую серию троллинга Майнкрафт. Да, ребята, всем привет! Эта серия выходит только благодаря вашей поддержке! Да! И только вашей поддержке. На прошлой серии мы так посмотрели и поняли то, что все же вы хотите еще одну новую серию. Поэтому если набираем много лайков на вот этой серии, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая. Она же выйдет, Евгений! Да, если нужно, наберем. Если наберем, конечно же, лайки, поэтому проявляйте вашу поддержку, а мы потопали троллить друг друга, да? Пошли. Ехай за мной. Какие потопали, я сначала на карту свою посмотрю, а потом приду. Ладно. Или не приду. Приходи, обязательно приходи. Ну хорошо, приду. Пошли. Добро пожаловать на мою карту, и на самом деле карта у меня будет, слишком какая-то ненормальная. Знаете почему? Потому что тут, в принципе, нет сюжета, тут вообще ничего нет. Я Жеку буду брать на какое-то нетерпение, а на скорость. То есть я буду ему каждый раз смотреть: Жека! Ни хрена себе, ты чё так? Я уже зомби успел затроллить. Мол, Жека, нужно быстрее пройти. Жека будет бежать, проходить вот это. Его каждый раз будет эпохать от начала. Жека вообще запутается в моей карте. И в конце концов, когда вот это все безумие пройдет, я вам не буду подробно рассказывать, что же тут за безумие будет. Он тпхнется вот сюда. И вот тут он тпхнется в самую финальную комнату, где я ему признаюсь в чем-то. И как раз таки вот это мое признание, наверное, все же вынесет ему мозг, потому что такого дебилизма он еще в жизни, наверное, не слышал. Поэтому посмотрим, сможет ли Жека пройти мой троллинг или же нет. А вы знаете, что делать? Обязательно подпишись на канал. Лайки — это хорошо, ты лайк можешь поставить на видосик, но если ты подпишешься на канал и нажмешь на колокольчик, ты никогда не пропустишь мою новую серию троллинга. А когда она выйдет, я не знаю. Все зависит только от тебя, от лайков и от подписок. На этом мы будем начинать, приятного просмотра, и мы... Погнали! Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мой троллинг? Троллинг, я уже прям готов. Потопали, Евгений, потопали. Подожди. Ты помнишь, у меня в предыдущей серии был очень долгий троллинг? Припоминаю. Вот я так подумал, что, долгие троллинги — это долго. Короткие — это коротко, да? Да, короткие троллинги — это коротко. Поэтому сегодня будет короткий троллинг. Я просто предупреждаю, понимаешь? Это знаешь, чтобы просто возобновить равновесие, да? То есть длинные, короткие. Да. Значит, в следующей серии будет опять длинный. Или средний. Неважно, короче, давай. Эдисон, у меня нет никакого сюжета. Точнее, подожди, давай так. Сюжет есть? Был изначально, потом он пропал. Но вообще изначально по сюжету я хотел построить что-то наподобие первому игроку приготовиться. Да. Ну что-то не получилось, да? Что-то не получилось. Короче, в принципе, это возможно, даже подсказка небольшая. То есть помнишь, там какое было первое испытание в этом фильме? Фиговое у тебя испытание! Думал, что так просто, а я специально тебе сказал, чтобы ты такой подумал. Типа затроллил, да, затроллил меня. Ну вообще смотри, в чем прикол? Вот иди сюда. Вообще, подожди, я умру. Подожди, я тут, хорошо. Ну ты иди сюда, смотри, иди. Иду. Вот, видишь, тут есть сундук. Ага. Тебе нужно сюда попасть, но для этого тебе нужна машина. Не все так просто! Хорошо. Да, все продумано. Хорошо. Вот, поэтому тебе нужна всего лишь та машина, которую ты можешь купить. Машину он вызывал у себя из инвентаря. У меня нет машины, поэтому какая-то недоработочка. Ну я тебе говорю, вначале был сюжет, потом сюжет пошел. Потом все пропало, да? Хорошо. Ну тебе нужна машина, ты так не перепрыгнешь, ты же понимаешь. Ты так думаешь? Ну мне так кажется. А может быть у меня прыжок Халка был? Ладно. Ну ты не Халк, к сожалению. Откуда ты? Смотри, вот работник заправки, понимаешь? Видишь? Работник. Но он продает не машину. Ты можешь на него тыкать? Нет, я не могу на него тыкать. В смысле? Ну что такое? Я вот думаю, что такое, да? Так, давай, попробуем. Можешь? Португальский Кадиллак. У тебя наоборот, за португальский Кадиллак. Да, за португальский Кадиллак покупается бензин. Да? Странный работник заправки, ну реально, ты же. Я согласен, он какой-то слишком странный. Ты think about it, что это португальский Кадиллак, это не обычный Кадиллак. Португальский. И что? Что это за подсказка такая? Тебе нужно вспомнить предыдущую серию, Эдисон. Отсылка, понимаешь, отсылка. Я даже уже не помню, что там было. Отсылка, которая пошла не по плану. Что вообще, что на этой карте у нас вообще связано с Португалией, кроме тебя? Португальский Кадиллак?
Ну да, но я подвожу к тому, что где может быть этот португальский кадиллак? В лаве, я не знаю. То есть, то есть у вас в Португалии везде лава растет? Ну типа жарко, я не знаю, а что тут еще может быть связано? Ну, ровные это, дороги? Логически, вот на всей карте, что такое может быть, такое место такое хорошенькое, которое связано как-то с Португалией? Где еще португальчики водятся, знаете? А где еще и португальчики? А, ну значит на моей карте. Да ты догадался, ты догадливый молодой человек. Мне сейчас бежать на свою карту! Ну как ты хотел? Тебе нужен португальский кадиллак. Его в России не достать, только в Португалии. Вот тут Португалия у нас. Видишь, португальчик стоит. Видишь, португальчик. Брэм-бэм-бэм. Брр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 рr Чё там такое было, Жек? Там реально что-то и было, ты посмотри. Да я уже заспавился на твоей карте, давай иди сюда. Ну ладно, хорошо. Так, я опять на него нажать не могу, Жека! Чё, вот. За работник заправки такой неваляшный, так, хорошо. Так, португальские дела, а ты фьюил купил, фуил? Конечно, купил. Ну давай, разгоняйся. А в смысле, я просто не допрыгну туда! Давай, ты сможешь, я тестировал! Ну, Эдисон, Жек, что-то тут не по плану пошло. Ну ты можешь просто умирать. Тут немножко не по плану. В смысле, а как ты хочешь, чтобы... Да убейте меня уже наконец! А как ты хочешь, чтобы я туда допрыгнул? А, ну там есть возможность, я тестировал. Подожди, не туда я сел. За ним не сможешь поехать, я что-то не туда сел. Может реально назад нужно? У тебя все, конечно, да. Конечно, назад. Что ты такое тут делаешь? Не могу понять. Я не знаю. Что ты? Смотри, опа! Так, хорошо. Португальский кадиллак, значит, да? Ну, португальский кадиллак. Я получился! Да как? Я в тебя верю. Как ты хочешь, чтобы я это перепрыгнул, Жека? Ты понимаешь, что это нереально? Ты меня троллишь просто. Перепрыгни, я тебя прошу. Да я не смогу это перепрыгнуть, ты понимаешь? Конечно, сможешь. Не смогу. Я на самом деле не понимаю, почему ты первый раз не заметил, я думал, что ты все спалил, ну ладно. Что я спалил? Такую примечательную одну штучку там. Знаешь, вот ты все-таки помнишь сюжет, да, изначально был? Ты подумай над сюжетом, сюжет очень важен. Сюжет очень важен? Да, ну там... Так типа, ты говорил, что-то... есть сюжет, нет сюета. Нет, сюжета нет, но как бы... Но он есть, да? Это связано, понимаешь, связано. Ну значит, помнишь, мне там, назад вот, нужно идти. Да, назад, но назад может быть не прям назад, а вот немножко назад, другую назад. То есть назад вперед, да? Ну типа, знаешь, вперед, а потом назад, знаешь такое? Нет. Если ты пойдешь вперед и потом вернешься назад, это в любом случае получается уже назад. Ну смотри, можно пойти вперед, потом немножко свернуть налево, а потом пойти назад. Пойти назад, потом вперед. Ты помни, вначале вперед, потом назад. Вспомни это, давай. Вперед, назад. Вперед и потом. Ой-ой-ой-ой-ой! Ебаный! Меня тут затроллили! Еб, нажми на меня, ничего я нажимать не буду! Машина! Все, я застрял тут, да? Навсегда. Да, я затроллил. Хелло. Здорово. Тут он тебе говорит нажать на рычаг. А, чтоб я умер, да? Хорошо. Ну, можешь тут оставаться, если хочешь. Подожди, ну ты не до конца вспомнил, понимаешь? Назад-то назад, но назад в глобальном смысле назад, понимаешь? Нет, это не назад. Вот если ты посмотришь на карту троллинга, да, то это не зад. А тебе нужно в глобальном смысле назад. В сраку нужно войти, короче. Ну это что-то такое, да. Ты понимаешь, не все любят, да я опять на него... Не могу нажать! Ты давай, ты вообще понял, да? Нет. Это перед, это не зад, понимаешь? Какой перед? Где тут... Вот, я вижу, там проход какой-то есть. Мы поехали в задницу. Сейчас это точно получится, я в тебя верю. Давай. Задницу больно не будет, подождите. Давай, опа, молодец! Ну, только нужно было чуть пораньше свернуть. Я охренел, я тебе чё, мать твою, в Вин-Дизеле форсажи снимаюсь или где, я не могу понять, а? Ну почти. Я почти Вин-Дизель? Ну да, тебе только надо побриться на лысо. Ты будешь прям настоящим Вин-Дизелем. Опа! Опа, нифига! Видишь, ты говорил, что не Вин-Дизель, а ты... Да, шо? Шо тебе кажется? Шо тебе...
Чё тебе там? Я не буду это все заново проходить. Пошел ты в сраку, там сам в сраку сейчас иди. Ты пехни меня. Почему у тебя скин босса молокососа? У меня скин никакого не босса. У тебя босса молокососа скин. У меня босса молокосос, потому что, понимаешь? Я в машину эту проклятую не могу сесть, залаганную. Что у тебя? Все лагает, фьюэл. Опа. Давай, машина тебе явно поможет. Машина мне явно, наверное, нет пом... Опа! Ой-ой-ой! Ага, я понял. Я все... Слушай, ты тут настроил всякую просто матушку твою. Настроил всякое тут непонятное. Всякие прыжки во времени, мать твою. Это не во времени, просто ты... Понимаешь, ты все время идешь в задницу. Все время в задницу. Меня уже эта задница бесит. Давай! Опа! А сейчас мне куда? Сейчас мне тебя... опять в задницу куда-то в какую-то. Ты уже в заднице, теперь я нужно уже... выбраться отсюда. Я тебе нужно просто отсюда выбраться, почему? Лети, улетай! Чё так сложно? Я прошёл. Я прошёл? Да, видишь, что ты вылетел из задницы. Слава богу. Ну это точно не первому игроку приготовиться. Там задницы не было. Все понятно. Катапультируемся. Давай. Ладно, давай на мою карту, Жек. Давай. Евген. Шо, я готов, давай, затролль меня, давай, сделай, только не... Жека. Ну. Пошли. Побежали, давай, быстро, давай, Жека, быстро, давай! У меня тут сюжет очень, давай! Давай, не умрёшь ты, давай, побежали, нужно как можно быстрее, у меня там в конце, короче, какое! Давай ты пообещаешь, что не будешь меня толкать. Я не буду тебя толкать, давай! А, ну да, конечно, ты сразу... Я не буду тебя толкать, Жека, нужно бежать, а не топать, у меня там, короче, конец света, апокалипсис через 60 секунд, нужно бежать, Жека, давай! Я буду осторожно проходить это все. Ты понимаешь, у меня сюжет очень-очень-очень сложный. Давай, ну беги уже ты наконец-то. Давай, беги уже, заколебал! Ты бежал, надо толкать! Почему ты меня именно сейчас толкнул? Потому что там пропасть! Конечно! Ну ты параноик, конечно, честное слово. Давай, может, ты будешь уже бежать. Да, я так и знал, что тут пропасть, я так и знал. Ну давай. Сюда направо, да, да. Давай. Побежали. Опа, нет. Я пошёл. А, то есть ты сдаешься, ты не хочешь мой тронь до конца. Ладно, я пройду. Побежали, еще раз, Жека, давай. У меня сюжет, знаешь, какой? Какой? Очень сложный, давай, побежали, Жека, давай. Ну давай быстрее, ну пожалуйста. Подожди. Нужно гейммод 2 включить. Ты обещал. Гейммод 2, хорошо, включи гейммод 2. Я включил. Подожди, дай проверим. Жека, это троллинг. Понимаешь, троллинг. Давай, быстро. Чтоб тебя не затроллили, нужно бежать. Побеж... Меня сдуло! Сдул, Жека, вот сейчас нужно бежать очень-очень быстро, давай. Я бегу. Ты беги, потому что у меня тут лабиринт. Мне каждый раз так бежать надо будет. Да твою мать. Направо, не туда, вот сюда. Побежали. Не направо, а налево побежали. Да подожди, стой, я хочу понять, на каком блоке нужно прыгать. Вот на этом! Побежали. Меня тут опять сдует. Оп. Дует, не джаз дует. Давай, Жека, давай. Так. Не, туда не пойду. Нет, туда ты не пойду. Ну какой. Давай в дверь, быстро в дверь. А, тут кнопка, я в любом случае на нее нажму. Это где? Какая кнопка? Ну вот, типа... Так там дверь слева. Да я не в любом случае... Так это чтоб дверь открыть железную, чудик. А, да? А, блин, да я опять в начале, да, сейчас буду? Да я так и знал! Чёрт! Побежали, Жека, побежали! Я так и знал! Ну подожди, ты же кнопку нажал, чтобы дверь открыть? Нажал. Вот. Молодец, я знаю. Давай, дует. Ой.
Зя, а что это такое? Почему тут такой красный блок? Это не, это просто недоработка. Просто? Это просто недоработка. Ебака фича, я понял. Так, подожди. Ага! Ага! Почему ты с первого раза не заметил эту дверь, что она открылась? Не знаю, не знаю, вообще никто не смотрел. Спаунпойнт, ага. Спаунпойнт. Фу. Жека, ты видишь, там кнопки есть, там кнопки есть. Там есть кнопки. И кнопки. Кнопки вот там есть. Кнопки, ага, мне нужен лук, я понял. Тебе нужен лук. Какой лук? Где? Что там? Лук. Да. Лук. Тебе нужно взять лук. Я понял, только как его взять? Я вижу, что там сундук есть, но я не понимаю, как его взять. Отсюда. Отсюда? Садишься и берешь. Нифига себе технология. Вот ты что, не помнишь, как я тебя троллил? Это уже было 100 раз. Я забыл уже тогда, я забыл. Давай, Жека, давай, 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 стреляй по кнопкам. Сейчас я умру. Да, нет, не умрешь ты. Ай-я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 й! Это уже апокалипсис, да, начался? Зон, ты стрелы, стрелы не трать, у тебя ограниченное количество стрел, Жека. Нормально, все нормально. Ой. Ну попади ты уже хотя бы. Да твою мать. Это ты его заспавнил, да? Нет, это не я. Это он там кнопкой заспавнился? Нет, это не кнопка. Да так нельзя его сталкивать, нужно его убить. Да все нормально. Так как? Я ж попал. Попал? А, ну я попал, видимо, да. Ну хорошо, там еще последняя кнопка осталась. Где? Они все каменные. А, я вижу, там курица сраная. А, там курица. А, ты попал. Молодец. А, да, нормально. Хорошая кнопка, мне понравилась. Хорошая кнопка. Так, хорошо. Может, там еще одну курицу убить? Нет, не надо убивать куриц, бедных. Может, еще одну надо убить? Не надо убить куриц. Не надо убивать. Да не надо куриц убивать. А что не спавнится? Ну просто спавнится, но куриц не надо убивать. А, это NPC, я понял. Не трать стрелы! Не трать стрелы! А, у меня 3 стрелы осталось, 4. У тебя еще последняя кнопка осталась, просто где? Тебе ее нужно заметить. Ага! Что? Подожди. Подожди, подожди. Опа, 2 стрелы. Опа, молодец. Вот сейчас каменные кнопки. Нужно на каменную кнопку нажать. У меня 2 хп. На каменную кнопку. На каменную кнопку нужно нажать. На каменную кнопку. Опа, молодец. Каменные кнопки. Нажимай на каменные кнопки, Жека. Каменные кнопки. Драка, говно, жопа. Давай, 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 давай. Это не работает, это не работает, это тоже не работает. Это... Ай! Так. Опа, давай! Жека, да Жека, тупая, сдохни! Жека, у тебя все получится, наверное, давай! А, это не работает, это тоже не работает. Да я не успеваю нажать! Это еще две остались, еще две остались, Жека, еще две остались! Наверху! Чапай! Дарьянку! Что ж такое? Опа, молодец! Да я не могу. Ага, я тут был уже, по-моему. Нет, новый лабиринт, Жек. Новый лабиринт? Да. Хорошо. А, это старый лабиринт! Это не старый. Я тут был! Это новый лабиринт. Я тут был, не обманывай меня! Нет, это новый лабиринт. Да, Жек. Ты что, забыл про нажимную плиту? Да, забыл. Жек, это новый лабиринт, Жека. Да, конечно. Я тебе зуб даю, это новый лабиринт? Давай. Да. Молодец. Нормально. Сейчас, давай, налево. Еще налево. Ну хорошо. И что? А может тут где-то кнопка есть? Просто ее не замечал. Где? Где? Как мне туда попасть? А, мне нужно опять сюда попасть? Да, тебе опять нужно сюда попасть. Ой-ой-ой, как же ты меня заколебался с этой кнопкой. Попадай. Да давай, ну попадай, ну попадай. Опа, сюда, Жека, сюда. Опа. Молодец. Ага, все.
Пьедестал почета, это мне, да? Нет, это же. И там Стефан сидит внутри. Нет, нет. Да, 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 там. Нет, нет, нет. Кто сидит? Да, никто там. Или там командный блок. Нажми на, да, поставь на золотой, на золотую. Ой-ой. Жека, Жека, садись, мне нужно тебе кое-что сказать. Ну. Жека. Ну давай. Я подожди, не могу сесть нормально. Жека, я долго собирался. Долго думал над этим. Лишь приготовил винишко, фруктики, цветочки, алмазные блоки вокруг, чтобы ты почувствовал всю богатую атмосферу этого места, понимаешь? Жека, мне нужно тебе кое-что сказать. Меня зовут Эдуард, и мне 22 годика. Мы типа в секте какой-то, да? Нет, я просто признаю. Анонимный клуб алкоголиков? Жека, и на самом деле... Привет! Жека, и на самом деле... 18 лет, и я майнкрафтер. Ууу, тут уже сразу все понятно. Жека, еще мне... У меня реально фамилия Перец, если что. Ну, Это мое откровенное признание, я никому это не горил, никто этого не знал раньше. Мне 22 года, Жек. Ну, я тебя могу как бы, не знаю, либо поздравить, либо могу тебя посочувствовать. Почему почесусывать? Почему ты посочувствовать? Ты поймаешь, что... Жека, я это говорю уже триллиардный раз. У нас с тобой есть странички ВКонтакте, Инстаграме и прочее. Но находятся такие люди, которые каждый раз приходят на мой стрим и спрашивают: Эдисон, а как тебя на самом деле зовут? Я каждый стрим повторяю: меня Эдуард зовут. А потом на следующий стрим приходит еще раз и спрашивает: Эдуард, а как тебя на самом деле зовут? Или Эдуард, у тебя тоже такой... Жека, как тебя зовут? Да. Такое тоже бывает, ну что с этим поделать? Брат, я сочувствую тебе. Наливай. Наливай. Не-не-не-не, да. Это не клуб, это же ты сказал, это не клуб анонимных алкоголиков. А что это? Я не знаю, что это. И что мы будем делать? Ну ничего, что мы делаем? Разрешите представиться, меня зовут Эдуард, мне 22 года. Я тебе разрешаю представиться. Разрешите представиться. А еще... У меня 20 пальцев на теле, если ты не знал. Они прям из соска так один растет. Я вообще полноценный человек. У меня все по два. Все по два. А бывает и один. Понимаешь? Ну ты задумайся, финки бают, Джека. Ладно, ты там можешь бухать. Это самая странная концовка троллинга. Мораль. Я не знаю, мораль съебаси такова. Ты меня просто морально убил, понимаешь? Я не знаю, что сказать. Так в этом и суть была. Что просто вынести тебе мозги. Ты что, дурак, типа, думаешь, я не знаю, как тебя зовут или что-то такое. Видишь, многие не знают. Они приходят на стрим и спрашивают: Эдуард, как тебя зовут? Или Жека, как тебя зовут? Петя меня зовут! Что за странные вопросы? Я предлагаю на этом закончить эту серию, честное слово. Ставьте лайкусики прямо сейчас на наши ролики, если хотите продолжение. Мы обещаем то, что выйдет еще одна новая серия, если вы ее хорошенько у нас попросите. Потому что вы же любите все троллики. Да. Да, мы свои обещания сдерживаем, так что набираем лайки на двух видосах, подписываемся на наши каналы, и серия, кстати, новая будет. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока.